Сентябрь – первый месяц осени. Экскурсия в парк. Понаблюдаем, что изменилось в парке по сравнению с летом. Опишем парк. Что мы видим, слышим, какие чувствуем запахи? Как изменился наряд деревьев? Соображалки. С какого дерева упал каждый лист? Береза, осина, рябина, клен. У каждого дерева листья особой формы. Например, у березы с мелкими зубчиками. Вспомни, какие деревья мы видели в парке на экскурсии. Расскажи, что происходит осенью, что можно наблюдать в природе. Сравни свои наблюдения с фотографиями. Какие картины осени можно увидеть в твоем крае? Если в сентябре листья на деревьях держатся крепко, зима будет поздней, наступит поздно.